уже лесная дорога, а там асфальт. Так что едем дальше. А вот это у нас начинается старая Суздальская дорога. Там он недалеко. Асфальт. А это вот мощеная из камней. Но она уже вся заросла, и ее вон всю засрали. Вот она такая ровнёхонькая. Прикольно. Такие уже здесь джунгли. Ну поехали. Чего-то попало в глаз. Ну все уже вынул. Так почему-то стало темным. Нормально. Жить буду. Такая красота. Не слышите нас. Для вас мы далеко. Правда, звук теперь будет. И все же за счет этой камеры только на один канал. Ладно, наложу музончик. Дальше мне, похоже, вон туда ехать. Я так думаю. Так, запись пошла, да? Хочу посмотреть, где я нахожусь. Я никак не пойму. Так. Я сейчас. Ага. Так, неправильно. Там река. Тут болото. Наше болото, через которое я все перейти никак не мог. Все, я понял, куда мне. Так, а вот здесь был. Где? А, вот он. Здесь был старый мост. Правильно я нашел? Вроде правильно. Ну ладно. Едем дальше. Так. Я больше чем уверен. Вот она. Старая Суздальская все-таки. А это я ехал все скорее по объездной, по новой. Потому что суть по деревьям, они тут ровно растут. Вы не слышите нас. Ну такая здесь. Для вас мы далеко-далеко. Ну сейчас помедленнее. И все же мы так близко. Ну такая здесь непроходимая глушь уже начинается. Несущие близость. Интересно. Несущий свет тем, кто во тьме. Мы весь. Он уже несущий свет. Мох. Тем, кто упрошает. Болотистая. Мы не местность. Мы не послали. Красотища. Люблю что? Такой зеленый цвет. Вот оттуда я приехал. Снова я уперся в эти лужи. Здесь вот речка, ручеёк течет. Так. Сейчас полезу. В этом году я туда проеду все-таки. В том году здесь вообще было не пройти. Так. Вот это джунгли. Вот этот ручеёк течет. Явно он течет к Нарамше. Вот такая красота природная. Что не пройти, не проехать. Ладно, пойду за велик. Так. Пролезть я там пролез. Теперь впереди такое жидкое. Там вообще все заросло. Сейчас все увидим. А это вот, судя по всему, дорога на болото.
А вот эти зар. Если вот так прям туда идти, выйдешь. Но мы сейчас перепроверим. Там так. Так. Ну где я нахожусь? Угу. Сейчас мы проверим точно. Так, вот отсюда я, значит, приехал вот так, вот так. Вот тут повернул, ехал здесь. Вы, ну-ка, которых мы любим, уменьшить. Вы не видите нас. Вот, вы не слышите нас. Ну точно. Это самая дорога. Видим. Через болото. И все же мы так близко. Вот она. Так, видно? Вот она, дорога через болото прямая. Выходит как раз на газ и в город. Где мы вчера с Серегой шли, как раз туда. А мне ехать вот сюда надо. На старый мост. Моста там нет, там осталось только нас. Так, все отлично. Ну вот. Поваленное дерево. От всей дороги осталась тропинка. И больше ничего. Вот на такой технике сюда можно проехать. Так, что у нас здесь? Мне кажется, все-таки где-то вот здесь она шла. Уж больно вот здесь ровно. Только потом, мне кажется, деревья наросли, что ли. Но я не уверен. Ладно. Видно, давно лежу. Раз мхом покрылось. Тут без велосипеда-то особо не пройдешь. Вон по тому бревну надо идти. А упираться не на что. Тут уже сплошь болото везде. И все так же тропинка. Соорудил мост большой. А то самому назад идти неудобно будет. Каковы дороги уже нет. Здесь одни лужи. И непонятно кто. Вот. Какой здесь беспредел. Как я сейчас это буду проходить, я понятия не имею. Так что такие дела. Вообще сегодня очень жарко. Не буду врать, жутко тут. Вот какая-то полянка, а дальше сплошь, даже не знаю куда ехать. Все, похоже, приехал. Надо смотреть по карте. Так, вот я на поляне, минуя все болота. Мне прям чуть-чуть осталось. Но я там, похоже, не проеду. Не успею чисто по времени до темноты вернуться назад. Печально. Конечно, попробую прорваться. Мне кажется, надо немного не сюда. Хотя нет, сюда. Ладно, посмотрим. Здесь, по-моему, немного осталось. Данные карты не отображают. Вот так вот. Еще и интернет здесь отрубился. Ну ладно. Похоже, все-таки не судьба. Вот я прошел немного.
И все. Здесь он какой-то. Канавка какая-то. Куда тут дальше топать через этот, через эти джунгли? Сам главное, тут ведь все близко. Тут вороны летают. Ладно. Видно, не судьба сегодня. Доехать. Начинает темнеть, надо ехать домой. Попробую в следующие выходные проехать. Да, осталось где-то чуть-чуть. Не, реально жутко. Ворона прям с лыжным крыльями машет. Не знаю, слышно их так нет. Видимо, кто-то тут был в 2015. Шикарно, шикарно, но жутко. Ну вот. Раз уж не получилось там на Нарумш приехать, приехал на Новый мост. В этом году из-за дождей вообще все тут заросло. Туда дорога на Володарку. Туда на Эдемское. Так что вот, река Нарым. Как всегда, коричневая вода. И уже мелко по сравнению с началом лета. Ну ладно. Как говорится, хоть так. Лучше так, чем никак. Я на этой дороге. Кто не знает, теперь знает, что здесь вот это есть дорога. Так что надо идти в следующий выходной на старый мост через Нарумш. Там уж куда интереснее заросли, чем здесь. Ну вот, опять карта отрубилась. Я сейчас вот, наверное, что еще сделаю-то. Я доеду до Эдемского, до церкви. Там мне сказали, есть памятники старые. Если успею, посмотрю. Хотя, может, сегодня не стоит. Сейчас темнеет, наверное. Ну ладно, сейчас будет видно.